Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Нига, King and Fire. Прилог, как всегда, очень много подписчиков, пацаны, поздоровайтесь. Привет. Всем привет. Сегодня у нас очень классная рубрика, потому что мы будем ставить очень много монстров, и они будут залазить на крышу, а мы не должны им дать это сделать и замочить. Ну а скорее всего, может быть, и наоборот, и замочат нас. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Пацаны, для начала ставлю очень маленькое количество, для того, чтобы проверить, сколько будет грань того, сколько мы уже не потянем. Два штуки. Да, я, конечно, с пистолета погорячился, да, стрелять? С контролом садитесь на краешек. Пацаны, они залазят. Вот жопа, они за даже два штуки залезли. Мочите их. Да блин, убивают наших. Эх. Первый есть. А, за мной, за мной. Что это за читерское оружие было? Слышь, прекращай тем оружием стрелять. Оно нечестное. Ну потому что ты так будешь сюда любую волну затаскивать. Так она не с одного выстрела убила. Ребят, если вам такое нравится, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Починаем дальше. Чуть-чуть больше, 5 штук. Больше боюсь ставить. А я пока не идут, возьму себе оружие нормальное. О, нормально. Передержал, да? Да. Молодец. Моя школа. А давайте вот это возьмем. Что это за оружка у нас? Идут, я вижу. Идут. Да, их не берет ничего. Читерское оружие взял, пацаны. Так, это нет, тоже его брать не буду. Давайте другое что-то возьмем. О, миниган в действии. Он очень громкий. Но действенный. Классно, что здесь есть эти, да? Такие возвышенности, где можно за ними побегать. Да, даже 5 штук для нас очень тяжело. Слышь, отвали. А, у меня жизни много из этого оружия. Отлично, значит оно их берет. Пацаны, берите миниганы, это реально классное оружие. Стой, не спеши, я еще не поставил. Знаете потом, кого я ставлю на следующей волне? Челика, который может телепортироваться за спину. А вот так вот нормально? Упал один. Эй! Больно, больно. Блин, я упал. Все, ребята, они нас зажали. Блин, я упал. Ай. А ну иди сюда. Попробуй его наказать. Отлично. Нагибатор. Все, они нас зажали, все, они нас схватили. Пацаны, помогайте мне, я тут внизу с крыши, стреляйте по нему. Пожалуйста. Я пошел на другую крышу. Давайте, помогайте мне. Чем? Оружием каким-то. Я их отвлекаю. Ой, они сзади атакуют. Будем так как-то стрелять. Может, убью? Все-таки попадаю, наверное, в кого-то. А, патроны кончились. Сейчас мы немножко отскочим от них. И у нас есть оружие. Допустим, вот такое. Я же вспомнил, ну. Надо в прикирку только бить им. Смотрите, как оно нагибает их. Блин, не получается почему-то. Сдохни. Они думают, нет, чувак, мы на другого переключаемся. Может, надо в голову стрелять? Она будет лучше? Давайте проверим. Да, у меня жизни много просто, поэтому я держусь. Ну прикольно помочиться, давно у нас такого мочилова не было. Ой, по своим же стреляю. Че, вы их убили нормально уже? Все, последний есть.
Вот вы молодцы. Пацаны, летим на крышу, все летил, прописывайте. Потому что сейчас будет очень жестко. Начинается. Я знал, что будет, когда оружие это выдам. Все умрут. И еще давайте поставим этих парочку, чтобы... Ой, жесть. Что творится? Они телепортируются везде. Так, так, так. Слышь, отвали от меня, щенок. Ты смотри, приставка. У меня приставучий. Смотрите, наперед хочет тпкнуться и у меня увалить. Но у него получается. Это вообще какие-то, да, нереальные монстры, пацаны? Они вас упашат или они все за мной, что ли? Они друг друга бьются. Они войну устроили, да? Ого, да, по крышам. Видели, да, тпкается? Так, транспорт. Ой, оружие. Давайте их пожгем. Ай. Это я убил, да? А, нет, это они мочат вас. Если на уголку так стать, они попа... Ой. Пацаны, не хотел, не хотел. А где эти монстры ходят? Что-то не наблюдаю. Другие. Кого нет? Пацаны уже всех замочили. Вот он, вот он. А? Так, не буду я эту ружку использовать. Это какое-то читерское оружие. Давайте будем жестче использовать. Так он... Они всех атакуют, слушай. Да? Да, они так собственно. На. Пацаны, сейчас будет жестко, вам понравится. Я просто стою, наблюдаю на это все и кайфую. Вот это разрушается все. Я к пацанам. В это мясо. Пацаны, бежите все с крыши, сейчас будет метеоритный дождь там. Все с крыши, все с крыши. Убегайте, убегайте. Ого. Какие-то замораживающие гранаты. Летят, летят метеориты. Жестко. Еще в то место стреляю. Сюда не долетают, обратите внимание. Ну хотя чуть-чуть. О, голову пашат. Всех убило или нет? Спасибо. Были еще доги, я думал, их нету. Так, ну что, пацаны, сейчас мы сделаем вообще жестко. Мясо. Мясо, будет мясо. Хотите мясо? На. Громадные монстры в действии. Вот это они кабаны. Вообще жир. Они вон головой анимацию делают. Да, кстати, попадаю. Видно, как пули попадают. Давайте в голову посмотрим. Не, в голову не, а в стул еще попадает. Че он пошел туда? Чпонь. Че, пацаны, не можете их замочить, потому что у них по миллиону жизни вроде бы. А мы предметы себе не можем выдать, на задержка очень большая. А, потому что я наставил этих монстров дофига. Да, у нас и прочь большая задержка, мы должны убивать оружием из этого. Ой, он меня что, убил? Он меня схватил. Ой-ой-ой. Это было эпично. Хочу на это еще посмотреть. А знаешь почему? Потому что я знаю, этот пак оружия их не мочит. Их мочит вот этот пак. Давайте. Петарда, К1000. Давай, пацаны. Наяриваем. Лимит сработал. А теперь, пацаны, рядышком будет. Совсем рядом. Ух ты. Сразу уничтожил. Сразу всех уничтожил, к чертям. Я выжил. Ты выжил? Ты единственный, кто выжил. Я тоже выжил. Ну что, пацаны, и последнее, то, что я хотел сделать. Обычно мы в конце бомбы взрываем, а теперь мы не бомбу будем. Знаете, что сделаем сейчас мы в конце? Правильно. Спрыгивайте вниз. Лучше вниз спрыгивайте. На крыше будет опасно. Быстрей. Я пошутил, цунами. Цунами? Я подписал. А у меня шмот на цунами скачали, на течение бедствия.
Классно, да, спрыгивайте вниз, а сам цунами запустил. Мне понравилось. О, я выжил. О. Ну как тебе мод на цунами? Прикольно. Ну и ладно, давайте, чтоб уже наверняка, сделаем что-то жесткое. А, это торнадо? Огненный на всю карту. Вы вылетаете в небо или нет? Да, там вылетаем, мы горим. Прикольно, да? И сразу в небо улетает, и трупейшн летит. Ребята, я так высоко улетел, как не... А, я прям в карту уперся. Ой, меня притягивает. Эй, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте рубль ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.